Каждый последний понедельник мая в Соединенных Штатах Америки кроссфитеры выполняют самый сложный комплекс МЕРВ. Так они чтут память военнослужащих, погибших в вооруженных конфликтах Америки, в том числе и память Майкла Мерфи, бойца морских котиков, который и придумал этот комплекс упражнений. В России эту традицию не поддерживают, но преимущества кроссфита, частью которого является комплекс МЕРВ, оценены по достоинству спортсменами и сторонниками здорового образа жизни. Фит – экофункциональное многоборье. В основе его концепции лежит работа с собственным телом без внешних объектов. Но если есть желание участвовать в соревнованиях, то в тренировки добавляются штанги, гантели и тому подобное оборудование. Все планомерно. Вот также, придя на тренировку в кроссфит, мы стараемся ребят, которые только приходят, во-первых, оценить их физическую подготовку, я стараюсь, и затем уже планомерно их втягивать в наш тренировочный процесс. А сегодняшняя, да, тренировка у нас она такая тяжеленькая, мы хотели вам показать что-то интересное. На тренировки к Артему приходят и мужчины, и женщины с разным уровнем физической подготовки. Есть случаи, когда комплексы кроссфита успешно реабилитировали людей после травм. Владимир Светлолобов пришел сюда после самбо. Я бывший как базовый борец у Петра Николаевича занимался со школы. Вот. Но в связи с ростом моих лет, то есть подходящей группы у меня не было. Вот. И, соответственно, искал какую-то альтернативу себе, что-то интересное, новое, неизведанное. Вот, и нашел это себя в кроссфите. Тренировочные программы разнообразны и универсальны. Их применяют в тренировках спортсмены, пожарные, спецназ. Функциональное многоборье годится и для общего укрепления здоровья. То есть просто так в зале заниматься мне как-то было немножко неинтересно, скучно, однообразно. Вот. А здесь в кроссфите есть такая концепция, здесь не в зависимости, что у тебя есть под рукой, какие снаряды, где ты находишься. То есть ты всегда себе можешь подстроить тренировочную программу любым способом на все группы мышц. И развивать все кондиции физические, как выносливость, гибкость, скорость, мощность и тому подобное. За счет разнообразия движений тренировки не надоедают, а заниматься функциональным многоборьем, по словам тренера, можно с детских лет и до бесконечности. Главное – правильно подобрать программу. Меня Артем, может быть, на ноги и не поставил, но он меня поставил на руки. Вот. Ну, благодаря Артему, благодаря кроссфиту и вообще, так скажем, грамотному подходу, то есть гимнастическим упражнениям, то есть это ходьба на руках, стойка на руках, вот. Ну, как бы более-менее это как-то развиваются гимнастические навыки. Также на перекладине, на кольцах, то есть, по крайней мере, что касается верхнего плечевого пояса, Артем меня как подтянул в этом плане. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Иван Останин, НТС «Эрбит».